Всем привет, мои хорошие, с вами Геймери, и сегодня у нас с вами очередной мукбанг. Если честно, я давненько уже хотела для вас снять блинчики с мясом. Вот так вот они выглядят. Мама вчера готовила блины, мы даже хотели заснять для вас видео, но потом так получилось, что на камере села зарядка, и мы решили снять в следующий раз. У нас, кстати, было видео блины на молоке. А в этот раз рецепт другой, на кефире. Они получаются чуть потолще, но тоже очень ажурные и красивые. Как-то в следующий раз вам снимем. И в процессе того, как мама готовила, я что-то даже не заметила, начала всех их кушать. В общем, как-то так. Пахнет потрясающе просто. Очень аппетитно. Макаем в сметану. Я люблю сочетание именно блинов со сметаной. А еще здесь такие горячие бутерброды. Не знаю, смогу ли я все съесть. Из дома не выхожу. Все, что мне нужно, я заказываю. Стараюсь особо, знаете, деньги не тратить. Хотя буквально вчера купила себе 3 парфюма. Ну, недорогие, Hot Haven. Если честно, столкнулась с таким обманом, так можно сказать. Я заказала через Инстаграм, и там в Инстаграме есть все цены. Мне сказали один из парфюмов за одну цену, а на страницу другая цена. А сначала я подумала, может быть, человек просто ошибся. Но когда после покупки отправила войс и сказала о том, что вы же мне продали этот парфюм по другой цене, люди прослушали этот войс и ничего не ответили. Я поняла, что тут не самое главное, знаете, чтобы клиент остался доволен, а просто самое главное – продать. У них такой небольшой магазинчик, и они не прям по каталогам что-то продают. Сочнейшее просто мясо. Они именно закупают продукцию в каталогах, когда хорошие скидки. А потом вот так вот продают. Ну да, неприятно, конечно. Знаете, дело не в этих копейках. Дело в том, что тебя обманули, и это достаточно-таки неприятно. Само это осознание того, что тебя обманули. Если бы она сама бы ошиблась, она могла бы сказать: ой, извините, я ошиблась. Когда тебе ничего не отвечают, это уже понятно. Но опять же, считаю, что виновата я тоже, потому что прежде чем что-то покупать, нужно делать какой-то анализ. Не просто с бодуна взяла и купила. Необдуманные покупки никогда не делайте. Я как-то смотрела видео одного блогера, и она купила какой-то браслет в Санлайте. Получается, в 2 раза дороже. Этот же браслет она купила, увидела, то есть в другом каком-то магазине, за полцены просто. Но здесь есть и вина покупателя тоже, то есть человек сначала должен подумать, проанализировать. Посмотреть, сколько же этот аромат действительно стоит в каталоге. Ну и обычно
продукцию, например, Faberlic покупаю у Джамиля, мне она очень нравится, и как человек. И все объяснит и скажет. Даже когда я хочу что-то заказать, она иногда мне говорит, знаешь, Айка, говорит, сейчас в каталоге цена высокая, через пару каталогов будут скидки. Обычно вот на это средство вот бывают хорошие скидки. Подожди немного. То есть действительно человек, то есть хочет, чтобы ты осталась довольна. Поэтому я всегда что-то у нее заказываю. А еще произошла такая неудобная, кстати, ситуация, за которую мне немножко даже стыдно. Мой парень сидит через меня в моем инстаграме. И получилось так, что мне прислали кнопку, и девочка, которая работает на почте, оказывается, она моя подписчица. Мне доставили, принесли посылку. Принес парень. Я ему отдала шоколадку, ну, как бы черенлик, да. И потом я вижу в своем инстаграме, что кто-то мне написал с непонятного аккаунта, что я знаю твой номер, я знаю твой адрес. Я, если честно, немножко испугалась даже. Я подумала, что это как раз-таки этот парень. И как-то мне показалось, какой-то он подозрительный был, сильно подозрительный. Я сказала своему парню. Он сказал, что... Возьми у него номер, я сам с ним поговорю. Что происходит дальше? Мой парень звонит, и получается, что это девушка. Я такая не улавливаю связь. То есть, видимо, это девушка. Я перепутала эту девушку с парнем, который отдавал мне посылку. Получается, как-то неудобная ситуация. Подписчица хотела пообщаться со мной, а я подумала, что это какой-то маньяк. Я реально испугалась, честно. Вы представьте, человек знает, где ты живешь, знает твой номер телефона, знает все про тебя. Не знаю, я вообще не паникер в этом плане, но как-то мне стало страшно. Я подумала, блин, какая неудобная ситуация получилась. Прям самой как-то стыдно стало за это. Ну, в общем. Сегодняшнее видео будет прям сплошной негатив. А я, знаете, что вспомнила? Когда вот про ситуацию вчерашнюю вам говорила, про то, что, не знаю, ошиблась она или обманула меня. Ну, в общем, да. У меня была такая ситуация, что были конкретные проблемы со здоровьем. Я пошла к врачу. Я вам рассказывала, просто не рассказывала подробности. Я не хочу говорить, что именно у меня болело, но мне нужна была очень быстрая помощь. То есть обратилась в больницу. Врач мне прописал лекарство. И там было такое лекарство, оно как Тарафлю. То есть ты перемешиваешь с водой и пьешь. И она сказала, что это моментально просто поможет. И я пошла в аптеку. Оказалось, что это лекарство стоит 34 маната, по-моему. Ну, в общем, дорого. Я купила, пришла домой, разбавила с водой, выпила. И мне моментально стало легче. Проходит день, у меня опять появляются симптомы, я ужасно себя чувствую, а врач говорил, что это очень сильно действующее лекарство. То есть много не покупай этого лекарства. Одна упаковочка – это достаточно. У меня опять появились эти симптомы, я опять звоню врачу, говорю, вот так. Врач говорит, ну что делать, сходи, купи еще одну упаковку и уже выпей одну. Я такая, в смысле одну? Ну я такая, ну хорошо, короче, побежала покупать. Мне странно показалось, что врач сказала, выпей только одну. Да там и была одна, да? Покупаю. Приношу домой, смотрю, на упаковке написано, внутри две штуки. Смотрю на свою старую, там написано, внутри две штуки, но внутри только одна. И не сразу до меня дошло, куда делать еще одна. Я звоню врачу.
Говорю, сколько пакетиков вот этой штуки, которую нужно пить, должно быть в упаковке? Она говорит, две. А что? Я говорю, так у меня была одна всего лишь, я выпила только одну. Она говорит, ты что, одну нужно выпить, а потом через 6 часов вторую. Я говорю, так в аптеке мне дали такую. Я просто не говорю название лекарства, потому что не хочу, ну как бы, вы сразу поймете, что за проблема со здоровьем. И тем более не к столу эти все. Ну, в общем, врач мне сказал, иди в эту аптеку и предъяви им. Это что такое? Это, получается, фармацевты, которые работают в этой аптеке, спокойно может взять любое лекарство. Или, может быть, вот не надо наговаривать на людей, может быть, они по одной поштучно их тоже продавали, а потом перепутали и продали тебе упаковку, которую предварительно поштучно они продавали. Вот. Так что вот такая вот ситуация со мной была. И опять я считаю, что я сама не права. После этого, когда я покупаю лекарства в аптеке, я специально вот прям там заглядываю внутрь, действительно, сколько там. Не могу сказать, что такое часто случается. Вот когда я выпила второй вот этот вот пакетик, разбавила с кипятком, тогда мне уже стало лучше. Вообще, я склонна верить врачам. Есть такие люди, которые боятся идти к врачам, не знаю, к стоматологам. Я всегда иду к стоматологам. Даже если вот чуть-чуть вот начал болеть зуб, я сразу иду. Я не боюсь, так как я человек, который 3,5 года носил брекеты и был у стоматолога. Я год, считайте, лечила зубы. А потом 3,5 ходила к нему каждую неделю, ну, резинки подправлять или что, вот, ну, в общем, на регулировку. И поэтому стоматология – это для меня стоматология. Стоматология для меня – это как дом родной. У меня, например, одна подруга. Она говорит, вот врач прописал это лекарство можно заменить вот этим. В нем содержатся те же препараты, которые есть и в этом. Просто это дорогое, это дешево, они специально продают дорогие лекарства, чтобы получить какие-то путевки. Я всегда говорю, стоп. Я склонна верить. Вот без доверия, мне кажется, никуда. Когда ты уже начала с того, свое лечение начала с того, что уже ты не доверяешь своему врачу, то уже ничем хорошим это не закончится. Так что я склонна верить. И часто было такое, что я ходила к врачам, да, у меня была какая-то проблема со здоровьем, и буквально вот 2-3 таблетки, и все, проблема решалась. Особенно стоматология. Я считаю, что очень бережно нужно относиться. Там, не знаю, я колола витаминчики в десна, не знаю, какие-то ненужные совершенно процедуры. Я вам говорила, да. Но это все делается для того, что в старости лет я сама себе сказала спасибо. Ведь даже если лечить какой-то зуб, который уже, знаете, уже 3 года у тебя болит, уже ноет, а другое дело, на зубе просто появилось такое маленькое пятнышко, ты уже идешь и лечишь его. Вот. Я к таким вещам очень щепетильно отношусь. В
все равно зубы вот в данный момент, все мне говорят, вот ты носила брекеты, зубы стали отличные, все замечательно, честно, мне не нравятся мои зубы на все 100%. Есть некоторые недочеты, которые меня совершенно не устраивают. Но это как бы не сильно бросается в глаза, так что, я думаю, пойдет. Жить можно. Я наелась, ребятки. Вот эти два бутерброда, они у меня останутся. Уже не хочу. А я вам, в свою очередь, рекомендую беречь свое здоровье, прежде всего в этот период не выходить из дома. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.